Мне неловко говорить о сексе. Ну, нам не обязательно говорить. От секса можно умереть. Знаешь, что происходит с организмом во время секса? Зрачки расширяются, артерии сужаются, температура повышается, сердце скачет, давление растет. Дыхание становится частым и прерывистым. Мозг взрывается электрическими импульсами. Все железы активно работают. Мышцы напряжены, словно ты поднимаешь троекратный вес своего собственного тела. Неистово, грубо и отвратительно. И если бы Господь не сделал секс таким приятным, человечество уже давно бы вымерло. Мужчинам повезло, у них бывает один оргазм. Ты знал, что у женщин бывает оргазм с длиной в час? Привет, Форман, как дела?